Для футбольного клуба главное – это наши болельщики. Если у команды есть болельщики, значит, у нас есть будущее. Если у команды нет болельщиков, у нас нет никакого будущего. У футбольного клуба «Шахтер» самые лучшие болельщики, и я убежден в том, что нас впереди ожидают большие успехи и новые трофеи. Ренат Леонидович, прокомментируйте результаты жеребьевки, пожалуйста. Результаты жеребьевки, прокомментируйте, пожалуйста. Жеребьевка хорошая или плохая? Я вам скажу, вот когда мы сыграем, если мы пройдем дальше, я скажу, что она хорошая. Если мы не пройдем дальше, я скажу, что она не очень хорошая. Я хочу сказать, что мы с уважением относимся ко всем клубам. И мы никого недооцениваем, и мы никого не хотим переоценивать. Мы верим в себя, мы верим в свои силы, и мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы команда «Шахтер» вышла в 1/8 Лиги Чемпионов. Можно добавить? Дорогие друзья, еще, пожалуйста, вопрос. Ренат Леонидович. Пожалуйста, микрофон. Год назад вы озвучили цели «Шахтера» на Лигу Чемпионов. В этом году вы это сделаете? Наша цель – выиграть Лигу Чемпионов. Что касается, вы говорите, один год, это, я знаю, что это самый сложный путь, непростой путь. И, может быть, в нашу цель никто не верит. Мы когда-то ставили задачу выиграть Кубок УЕФА. На эту задачу мы работали 7 лет, и Кубок УЕФА оказался здесь, в Донецке. Я убежден, что мы вместе с вами, вместе с болельщиками выстрадаем и эту цель. И сделаем все возможное для того, чтобы завоевать именно это самый почетный трофей. Что касается, будет это в этом году или нет, мы каждый год будем работать на эту цель. Дорогие друзья, пожалуйста, кто хочет задать вопрос? Кому дать микрофон? Пожалуйста, микрофон. Ренат Леонидович, вы построили такой огромный стадион, и можете ли вы сказать, что на этом вы достигли всего, чего хотели, или ставите новые цели? Наша задача не самый лучший стадион построить. Наша задача построить самую лучшую команду, которая будет играть на этом стадионе и радовать наших болельщиков. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо большое, дорогие друзья. Если будут вопросы, обращайтесь к нам, мы уже в текущем режиме ответим на все вопросы. Спасибо большое. Сегодня я еще раз хочу сказать, очень важный, это важный для нас день. Мы этот день очень ждали. И я очень счастлив, что на Аллее Славы открыта звезда болельщиков «Шахтера».